Что это значит? Он тоже участник твоего фарса? Тоже, да? Рикардо, пожалуйста, оставь нас одних. Нет. Это хорошо, что он здесь. Мы втроем все выясним. Нечего выяснять. Мы уже все с тобой друг другу сказали. Я отсюда не уйду, пока ты не выслушаешь меня, Габриэла. Сеньорита сказала нет. Она сказала нет. Что она не хочет говорить. Так что уйди сам, по-хорошему. Или я буду вынужден принять свои меры. Нет. И ты меня тоже должен выслушать. Знаешь, не заставляй меня потом жалеть, что я тебя пинками выставил из твоего собственного заведения. Габи не переносит твоего присутствия. И я тоже. Или ты уходишь, или ты потом пожалеешь. Нет, нет. Это ты сейчас уйдешь. Убирайся. Нет, нет, Рикардо. Нет. Нет, Артуро. Это глупо. Так что уходите оба. Оставьте меня одну. Одну, я больше не могу. Я больше не могу. Оставьте меня. После того, как ко мне приходила твоя жена, честно говоря, я даже не знала, что делать. Габи должна была родиться, и я ушла с фабрики. Я уехала в Валенсию, и там родилась Габи. Там я познакомилась с отцом других моих детей. С твоим теперешним мужем? Нет. Нет. Конечно, дети уже были тогда большие. Я нашла работу здесь, на фабрике. Габи и Марисоль помогали мне с Левшой и Эстер. Я была одна, Федерико. Он был моим начальником. Этот мой... новый муж. А от него у меня двое младших. Рубен и Оли. У тебя большая семья. Очень большая. Да. Большая. Может быть, хочешь кофе? Нет. Что-нибудь еще? Нет, нет. Консуэло, я пришел... Не то чтобы отрывать тебя от дел, это похоже на светский визит, но это не так. Знаешь, Габи говорила со мной. Я очень расстроен. Ты ведь меня понимаешь. Мы с тобой избегаем разговора о главном. Нет, нет, я не собираюсь тебя ни в чем обвинять. Я меньше всех имею право на это. И ты этого не заслуживаешь. Я пришел для того, чтобы... преодолевая стыд и унижение, задать тебе один вопрос. Почему ты скрыла от меня? Почему ты не сказала мне об этом раньше, Консуэло? Но почему? Хорошо, ничего не случилось, но обязательно случится. Рано или поздно, но случится. Успокойся, бэйби. Все очень просто. Я сейчас объясню. Мы берем дело,
Посылаем его в полицейское управление. Но с отпечатками пальцев и фотографиями подставного лица. Его поймают, а я останусь на свободе. Хорошо. Очень хорошо, но надолго ли? Это зависит от количества данных ему денег. Мы уже нашли подходящего человека. Один костариканец, он выдаст себя за меня. Мы уже дали ему денег, хватит года на 3, на 4. Так что спокойно. Ничего не случилось. Все в порядке, успокойся. Ничего не произошло. Так что же? Что? Очнись, ненормальный, оставь меня в покое. Ты что такое говоришь? Отстань от меня. Ты что? Отстань от меня, уйди отсюда. Это же моя дочь. А ты? Ты что здесь делаешь на улице? А? А ты? Кто за своим не смотрит, тот может потерять все. Пойдем домой. Пойдем. Пойдем, Эстер. Что ты тут по улице разгуливаешь? Пойдем.